Давно известно, что вода обладает магическими свойствами и ведет себя так, будто имеет сознание. Сегодня я раскрою научное обоснование этого процесса и покажу вам самые рабочие способы исполнения желаний с помощью воды. Вы можете подумать, что заговоры на воду — это что-то связанное с магией, эзотерикой или ритуалами от бабушек. Но это не так. Сегодня я открою вам тайну воды и покажу, как использовать ее для привлечения любви, денег и удачи. Возможно, вы всегда обходили эту тему стороной, связывая это с гадалками, магами, предсказательницами или другими подобными творцами судеб. Но я спешу вас переубедить. В этом видео я расскажу вам, как именно с научной точки зрения работают ритуалы на желания, связанные с водой. Я обязательно поделюсь с вами, как с помощью воды можно легко исполнять свои мечты. Вода — это не просто вещество, но и живая сила величественной природы. Вся наша планета, да и мы вместе с вами, на 80% состоим из воды. Вода — это связующее звено между духом и материей. На протяжении многих веков колдуны и маги заряжают воду своей энергетикой. Об этом написано в сотне книг. Испокон веков прабабушки передавали друг другу знания о том, какие заговоры на воду нужно произносить для достижения своих целей. Девушки приходили к колдуньям, чтобы те помогли приворожить любимого, нашептывая заклинания в воде. Но на сегодняшний день это вышло далеко за рамки магии и ритуалов. Ученые с разных уголков Земли подтвердили тот факт, что вода способна сохранять и передавать информацию. Японский ученый Масару Эмото много лет изучал свойства воды. Итогом его исследований стал тот факт, что структура воды меняется из-за внешнего воздействия. А именно, структура жидкости изменяется при воздействии слов, музыки, электромагнитного излучения и, как бы в это ни было сложно поверить, мыслей человека. Форма кристаллов льда, образующихся при замерзании воды, не только зависит от ее чистоты, но и изменяется в зависимости от того, какую над этой водой исполняют музыку, какие ей показывают изображения и произносят слова, и даже от того, думают люди о ней или не обращают на нее внимания. Уже на протяжении многих столетий люди практикуют заговоры на воду и другие ритуалы на желания, в которых используют воду. Ученые после многолетних исследований подтверждают тот факт, что вода способна менять свою структуру под воздействием мыслей и слов. Я думаю, что это отличное доказательство того, что вода действительно способна творить чудеса. Несколько авторов, практикующих силу мысли, также обращаются к воде для исполнения своих желаний. Это такие люди, как Зеланд и Хосе Сильва. Но учтите, что вода обладает огромной мощью, которую нужно правильно использовать. Заговоры на воду способны исполнять любые желания. Выйти счастливо замуж, притянуть богатство и достаток, улучшить свое физическое состояние, притянуть любую вещь и так далее. Заинтригованы? Совсем скоро вы узнаете, что именно нужно делать, чтобы ритуалы на желание с водой реализовали любые ваши мечты. Прежде чем мы продолжим, посмотрите на правый верхний угол, пройдите по ссылке и получите в качестве подарка еще один ценный инструмент для достижения целей. Я хочу презентовать вам книгу, в создание которой я вложила всю свою душу, все знания и огромный опыт исследования силы мысли. Я очень хочу, чтобы все ваши мечты сбывались, поэтому написала практикум, который научит вас управлять этой силой. Поверьте, исполнение даже самых смелых желаний реально с моей книгой. Уже через 30 дней после прочтения вы увидите, как меняется мир вокруг вас. Скачивайте. А сейчас давайте разберемся, какую воду нужно использовать, чтобы заговоры на воду точно срабатывали. Источников воды сейчас бесчисленное множество: моря, океаны, реки, родники, дождевая вода, магазинная или водопроводная. Но самое важное правило одно: чем чище вода, тем лучше. Если у вас есть возможность взять дождевую воду или воду из горного ручья, природного родника, то это прекрасно. Такая вода подойдет просто идеально. Если такой возможности нет, достаточно будет купить воду в магазине или заказать на дом, использовать ту воду, которой вы доверяете и сами пьете. Можно даже взять воду водопроводную, однако, несмотря на то, что водопроводная вода проходит фильтрацию и хлорирование, в ней можно обнаружить множество ненужных нам примесей, поэтому такую воду обязательно нужно предварительно очистить. Сделать это можно с помощью фильтра для воды или заморозки. Как очистить воду с помощью заморозки, вы можете найти в интернете. А теперь приступим к самому интересному. Я изучила множество ритуалов на воду. Некоторые практиковала сама. Теперь я хочу поделиться с вами самыми действенными из них.
Они очень похожи между собой, но различия все-таки имеются. Советую вам попробовать каждый из этих ритуалов и выбрать свой любимый. И начну я со своего любимого ритуала с водой для протяжения конкретной суммы денег. А к этому ритуалу нужно заранее подготовиться и соблюдать все описанные дальше шаги. Для ритуала вам понадобится стакан воды, лист и ручка. А на листке бумаги напишите любое ваше желание или заранее приготовленную аффирмацию в настоящем времени, будто вы уже обладаете тем, что загадываете. Затем в стакан налейте воду и поставьте его сверху на листок с этой фразой. Разотрите ладони друг об друга, чтобы они стали горячими. Теперь разведите ладони и попробуйте почувствовать между ними теплый сгусток вашей энергии в виде шара. Затем поднесите руки к стакану, но так, чтобы ваши ладони не касались стакана. Держа руки в таком положении, три раза вслух проговорите ваше желание, представляя его в своем воображении. После того, как вы зарядили воду вашим желанием, возьмите стакан и медленно выпейте воду. Данный ритуал необходимо выполнять два раза в день, утром и вечером, до момента, пока ваше желание не исполнится. Также мне очень нравятся симаронские ритуалы с водой. Придумано уже более сотни различных симаронских ритуалов для исполнения желаний играючи. Какими бы эти ритуалы ни казались смешными, но они реально работают. И один из самых простых и интересных ритуалов на привлечение богатства с помощью воды – это душ из денег. Вода сама по себе символизирует денежный поток. Когда вы в хорошем, приподнятом настроении, отправляетесь в душ. Установите душ так, чтобы вода лилась на вас сверху. Включите воду, вода должна омывать все ваше тело полностью. Закройте глаза и представьте, что это не вода стекает по телу, а это поток изобилия и богатства обрушился на вашу голову. И ему нет конца, и он постоянно течет. Вы должны осознавать, что вы стоите под неиссякаемым источником денег. Вы слышите шелест купюр и звон монет. И находясь в таком состоянии, повторяйте вслух. Я — центр притяжения денег. Неиссякаемый поток изобилия постоянно наполняет меня. Да будет так. Вы можете проводить этот симаронский ритуал каждый раз, когда принимаете душ. А если с деньгами у вас все ок и не хватает любви, то вот вам и любовный заговор на воду. В интернете вы найдете различные заговоры на воду для привлечения любви или улучшения отношений с вашим любимым человеком. Их бесчисленное количество. Но я вам рекомендую самим написать свой заговор именно под ваше желание. Потому что заговор, созданный именно вами, в сотни раз мощнее любого найденного в книге или интернете. Как это сделать? Очень просто. Сначала на листе бумаги пропишите ваше любовное желание. Детально, со всеми подробностями. Опишите свое состояние, свои эмоции, представляя, что вы уже получили желаемое. Допустим, если вы мечтаете встретить любимого, опишите, как вы вместе с любимым проводите время. Например, вы вдвоем просыпаетесь в одной кровати, вместе идете готовить завтрак, а ваш мужчина или женщина делает вам комплименты, говорит вам, как он или она счастливы с вами. Подробно описывайте, что вы при этом чувствуете. Затем налейте воду в стакан, возьмите его в руки и начинайте заговаривать воду. Именно нашепчите воде свою картинку, которую вы только что описали. Рассказывайте воде о своем желании с радостью и эмоциями. Пусть вода услышит, как вы счастливы от исполнения вашего желания. После того, как вы закончили, обязательно скажите волшебную фразу «Да будет так! Благодарю за исполнение моего желания». Выпейте всю воду из стакана. А сейчас закройте глаза и представьте, что уже завтра вы сможете исполнять свои желания с помощью ваших мыслей. Не получается? Не расстраивайтесь. Мои ученики тоже не верили, что такое возможно. Они недоверчиво усмехались и говорили, что так не бывает. Простой человек не может управлять реальностью. Но потом они узнали секрет, который перевернул их жизнь и заставил поверить в чудеса. Если вы начинаете осознавать, что сила мысли не подчиняется вам, несмотря на старания, если мечты не становятся ближе, посетите мой бесплатный мастер-класс, где я в подробностях расскажу, какие трудности могут возникнуть на вашем пути и как их преодолеть. Зарегистрируйтесь на мастер-класс по ссылке, расположенной прямо под видео, и уже через 30 дней вы достигнете своих желаний. До встречи на мастер-классе!
Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых техниках исполнения желаний. Ах да, я приготовила для вас еще несколько мощных видео про исполнение желаний. Посмотрите их, я очень хочу, чтобы ваша жизнь была наполнена счастьем.